Анапчане и гости курорта с пониманием переживают временные неудобства. Обходят рабочую бригаду и с интересом наблюдают за процессом. Рабочие демонтируют бордюры, снимают старую разбитую плитку. Она пролежала почти 30 лет. На необходимость благоустройства сквера у школы номер 5 внимание городских служб обратил глава Анапы. Начались работы. Муниципальное бюджетное учреждение «Ремстрой» проводит работы в сквере на улице Крымского 5-й школы. В августе месяце было уложено 350 квадратных метров плитки. Были проведены подготовительные работы к 1 сентября. В период до 15 октября на данном объекте собираемся уложить 650 квадратных метров плитки, 400 погонных метров поребрика, 40 метров бордюра и закончить все работы, скажем так, в срок до 15 октября. Здесь планируется провести озеленение, уборку стаи хвои и досадку кустарников. Кроме того, еще будут проведены работы по установке световых фигур. Людмила Костюлина ожидает встречи в назначенное время в сквере. Под тенью деревьев не жарко. Единственный временный недостаток – нет скамейки. Я жду тут, мне надо посидеть было бы. А возраст уже на ножках не очень. 9 скамеек установят в течение нескольких часов. Всего в сквере их будет 15. Для еще большего комфорта перестелят тротуарной плиткой дорожки. Оборудуют пандусы для малоподвижных людей и для родителей, гуляющих с детскими колясками. Зеленую зону тоже облагородят. Побольше поливать, потому что газон-то, видите? То есть полив, лето тяжелое, сухое очень, и полив нужно организовывать систематически, вот прыскалки всякие там. Автоматические всякие поливы существуют сегодня, капельные поливы. Ну, короче, надо озеленять, потому что, видите, все подсохло. Старые сухие и аллергенные кусты срезают. На их место высадят быстрорастущие и дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадят по периметру и хвойные кустарники. Уже в октябре сквер будет выглядеть иначе.